Да, все заросло. Травы полно. Да. Тоже перелив, но слабенький такой. Вот это кому надо, тот возьмет. Ну, этот вот более-менее в луже отмоем, посмотрим. Ладно, хоть вода есть ночью. Он что, поливает дождик. Да. Ладно, возьмем. Выглянул. О. Чуть не забыл. Вау. Вот были бы такие, да покрупнее. Видите, сколько цветов тут разных. Вот он. Слоистый, лощатый. Мелочевка встречается, довольно симпатичная, но видите, какая, вот, вот куда ее. На подетки разве что небольшие. Да, это уже не то, что раньше было. Давно я сюда не заглядывал. Собственно, и есть чем сравнить. Вон все заросло даже. Никакой камешек не вылезет. Вообще перелив-то интересный камень. Из него раньше геммы камни резали. Хороший перелив там. Разные такие цветы. Видел интересный перелив на заре, как я начинал заниматься. Ярко-желтый с красным. Из него вышел гарнитур неплохой. Показывали мне. Изумительная работа получилась.
Ну да ладно. Вот здесь в ямках посмотрим. В ямках. Это в рекче кусочек. Это все помоем. Если не очень, то вернем. Вау, какие цвета тут. Жаль, маленькие. Тоже неплохо. Опа, смотрите, как интересно. Класс. Вау. Вон там тоже, но очень уж мелкий. Очень мелкий. Хороша. Хороша кашка, да мала чашка. Так вот, поехал за грибами, я попал на перелифт. Тоже неплохо. Бывает, вот смотришь, маленький кончик торчит, а потом как вывернешь, там такая шняга. В два кулака. Такое было когда-то. Когда-то. Сколько этого перелифта я по школам отдал, даже на Дальний Восток. В клуб юных минерологов. Тоже неплохо, видите, какой бывает. Нет, это без полосок. Разный бывает. Бывает фарфоровидный, такой без полосок, но белый, чуть прозрачно-молочный такой. Тоже интересно. Мне раньше как-то интереснее было. Встречал тут мальчиков тоже. Со всей страны. А что, говорит, у вас тут пеньки
разворошены. Я взял, да пошутил, медведь, говорю, тут ходит. Ну все, попрощались нормально, потом слышу, машина завелась. Уехали мальчики. Шо, как не понимают? Я неловко пошутил. Вот. Хорошо. Дождик начинается. Да еще лучше. Вообще при дожде камень лучше видно гораздо. Видите, вот он сухой с одной стороны, а с другой стороны вот влажный он. Проявляет себя всяким рисунок. Ну это что-то. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Когда вымоем. Помаленьку, но крупного нет ничего. Все мелочевка. Все выбили сверху. Вау. Вау. Даже тоже мелкий. Но оригинальный экземпляр. Видите, какие полосы. Было два больших красивых у меня образца когда-то. Один такой с цветочком, а другой черепашка. Натуральная черепашка. Но ее немножко надо было обрабатывать. Такая большая, красивая. Не знаю, в каком она состоянии, но в общем ушла черепашка. Ножками. Вау. Ого. Вот красава. Вот красава. Ехал, смотрю, вот что-то, ух ты, что-то блеснуло. Ну вот. Пусть брегче, но неплохая. Вау. Так. Облеснуло вот это вот. Трудно не заметить. Не очень, конечно, вот я бы сразу сказал. Но вот здесь вот, если срезать, то может быть и неплохо получится. Так, что тут еще выглянет? Хорошо. Какая чашечка. Ну вот, наконец-то экземпляр хоть попался настоящий, а не игрушечный.
Зря мы тут время проводили. Вот это карьерчик, где добывали шайтанский перелив. Да, лес какой поднялся. Когда были выруба, тут можно было найти перелифт. Перелифт, конечно, но так себе. На кучу малу. Здесь вот есть участки довольно симпатичные, но это брекча. Куда же пойдет? О, вот это тут неплохой образец. Это неплохой, вот его нужно вымыть. Вот тут даже, вот видите, желудка. Там кварчики. О! Хороший образец. Так, в сторону его. О! Жилы с нижней части, эти зеленые, какой. Тоже как вариант можно. Вау. Ну, какие слоистые. Тоже неплохо. Ну, это образец интересный, но его нужно пилить, конечно. Разрезать так вот вдоль, чтобы видно было слои. Это даже, вот видите, какие алцедоновые корочки. Ну, это надо вымыть. И вот этот рисунок проявится очень неплохо. Будет выглядеть. Так. Ну,
вот уже, можно сказать, не зря съездил. Это вот какой нежный цвет, какой, видите? Вау! Тоже неплохой образец. Тоже, видите, помыть надо. Грязь-то я большую отмыла. Вот это вот все, чтобы из каверн. Это щеточкой. Вот, вот она волнистая. О, какая красота. Вот тоже. О, хорошо. Вот такой вот щеточкой. Той же серии. О, слоистый какой. Мелкие слои, смотрите, какие. Это корочка с этой стороны. Вот такая штука здесь такая. Вот глину смыть, все это. Привезешь вот так вот, как всегда, часть выбросишь. О, вот это хороша. Вот это, видите? Бесподобно. А если вот так вот разрезать, опять же, вдоль образца, будет красиво. Есть, попадают. Смотрите, вот, вот эти вот. О, вон какая красава вся. Чуть обработал, и пожалуйста, тут. В брошечку вставляй. Вон тоже. Вон даже такие шняги попадают. Гетит, гематит тут. Поэтому цвет такой. Он даже бурый. Нет, чего только природа не придумает. О, вот она, вот она, черемуха, хороша. Вот такие вот мне нравятся. Необычная, может, даже не совсем полосчатый цвет. Рисунок, вернее. Так, пополняем кучу малу. Как вы быстро сорняки растете.